Декоративная каланхоэ. Каланхоэ – это суккулент, а об этом следует помнить, приобретая его в дом. Оно легко переносит засуху, а вот от чрезмерного увлажнения гибнет. Для активного роста и развития каланхоэ необходимо яркое освещение. Однако с солнечными лучами, особенно летом, все-таки стоит быть поосторожнее, иначе растение может получить ожоги. Температура содержания каланхоэ зимой плюс 12, летом не выше 27. Грунт для каланхоэ – это листовая или дерновая земля, торф, песок в равных пропорциях. Можно добавить кирпичной крошки или древесного угля. Подкармливают каланхоэ цветочными универсальными удобрениями, но в половину указанной дозировки. Размножается каланхоэ очень легко. Дегремона образуют детки прямо по краю листьев, остальные с помощью верхушечных побегов, то есть стеблевыми или листовыми черенками, а также семенами. Пересадка осуществляется раз в год после цветения в емкость чуть большую диаметром. Цветущий каланхоэ нуждается в большом количестве света и коротком световом дне. Некоторые виды зимой отдыхают, в это время необходимо обеспечить ограниченный полив и прохладу. Такие условия способствуют успешной закладке цветочных почек. Если было интересно, подпишись.